Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем монтировать теплицу фермер 3х6. Фермер 3х6. Особенность поликарбонат 6 мм и подшивка с двух сторон. То есть наружная, снаружи и внутри будет пошиваться тоже и торец, и каркас. Поликом вот сейчас как раз разложились, приехали и начинаем монтаж. Сейчас теплицу мы поставили. Каркас получается нестандартной длины, плюс одна вставка 30 сантиметров. Сейчас будем устанавливать отливы и начинаем крыть теплицу поликарбонатом. Завершился у нас монтаж фермера. Напоминаю, продлевали сегодня теплицу. Фермер был 3х8 с тамбуром, с козырьком. И добавили еще 3х6. 3х6,5, скажем так, потому что он чуть длиннее фундамент, чем нужно. Особенность данной теплицы, то что она покрыта поликарбонатом с двух сторон, изнутри и снаружи. Поликарбонат 6 мм толщиной, 0,75 плотность. Дверь с форточкой с одной стороны, также врезали форточку в цельную дверь с другой стороны. Каркас здесь сделан из профильной трубы 20х20, арки в виде ферм, вот их слегка видно сквозь поликарбонат. Закреплены к основанию с помощью анкеров, установлены отливы как внутри, так и снаружи. У поликарбоната все торцы защищены торцевым профилем. Каркас покрашен полимерно-порошковым способом. Вот такая вот отличная теплица фермер. Достаточно теплая, очень прочная и надежная получилась. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы. Всем пока. А нет, не все. Вот смотрите, здесь была вставка поликарбоната, которая лежала у клиента год на солнышке. То есть он ее никуда не спрятал, берег для этого случая. И все, пленочка прикипела настолько, что ее практически сейчас не оторвать. Так что, если храните поликарбонат долгое время, старайтесь хранить его в тени или чем-нибудь накрывать. Вот она вот такими вот лохмотьями отрывается. То есть клиент будет сам это все дело доочищать. Ну, эта сторона была, видимо, в тени, она оторвалась лучше. А вот теперь действительно все. Всем пока.